добрый день. Вы искали формулу здоровья доктора Скачко номер один. Одобряю ваш выбор. Одна из самых удачных формул, которые я когда-либо создавал. Что она дает? Она контролирует процесс переваривания пищи на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, обеспечивает усвоение и переработку пищи, очистку от нежелательных веществ, от аллергенов, от канцерогенов, токсинов в печени и доставку работающим клеткам. Как вы думаете, какая клетка, какой орган может работать на неправильном питании и не болеть? Любые болезни. Первично нужно наладить систему питания. И болезни, большинство из них просто исчезает. И вот формула здоровья номер один, она помогает обеспечить именно этот процесс. Она помогает обеспечить процесс питания клеток теми компонентами, которые вы вложили в пищеварительную систему. Больше того, что она еще обеспечивает? Фильтр печени, самый мощный фильтр в организме, обеспечивает удаление процентов 70 грязи, которые образуются в клетках во время их работы. А также пестицидов, гербицидов, канцерогенов, которые попали разными путями в организм, обеспечиваются удалением через печень. Формула 1 помогает это сделать. Более целенаправленно, где применяется? Конечно же, это патология желудочно-кишечного тракта. Гастриты, холециститы, язвенная болезнь, панкреатиты, энтериты, колиты, дисбактериоз кишечника. Это все следствие неправильного переработки пищи. После, на этих диагнозах, как фон, нарастают любые другие патологии. Любые других органов и систем, потому что пища переварилась неправильно. Пищу переварили бактерии в пищеварительной системе. Выдали вместо полезных веществ свои токсические продукты жизнедеятельности. И в этих условиях ни один организм работать правильно не будет. Если вы в любимую машину вместо 92-го бензина залили солярку, залили смесь сбитого угля, не будет ваша работать машина оптимально. Вы не можете от нее права ожидать, она будет болеть. С точки зрения автомеханики вы занимаетесь не тем, чем надо. С точки зрения врача, когда не обеспечено правильное питание вашего организма, происходит примерно то же самое. Но вы это делаете регулярно. Формула номер один позволяет вам перевести ваш организм на более правильное питание. Тогда большинство болезней начинает почему-то куда-то деваться. Вот. Где еще может использоваться? Модная система удаления паразитов. Да, удаление паразитов нужно проводить регулярно, но если вы кавалерийским налетом, токсичными химическими веществами или лекарственными растениями налетели на паразитов, оглушили их, появилась куча токсинов, кто вам будет удалять? Предварительная активация работы печени обеспечивает плавное удаление паразитов без токсических последствий для вас. Где может еще использоваться? Конкретно заболевания печени. Гепатиты, жировой гепатоз, стеатогепатит. То есть это конкретная патология печени, которую тоже лечит формула номер один. Косвенно после этого, когда нормализуется этот процесс, вдруг почему-то повышается иммунитет. Вдруг почему-то вирусные бактериальные инфекции текут не так злокачественно, как это было до этого. Почему? Потому что те белки пищи, которые вы положили в пищеварительную систему, они полноценно усвоились, полноценно расщепились, печень их собрала в нужные для вас, отправила в иммунную систему, иммунная система ответила интерфероном, антителами, и все инфекции успокоились, угомонились, все происходит оптимально. Где еще можно использовать формулу номер один? Это лечение подагры. Все лечат, выводя мочевую кислоту через почки. Я предлагаю немножко другой процесс, все-таки наладить процесс переваривания и усвоения белка. А это пищеварительная система и печень, это формула номер один. Поэтому, если вы хотите лечить свой организм, начинать, как говорится, от печки, берете формулу один, начинаете с этого. Большинство диагнозов, которыми вы знакомы, после этого начинают куда-то деваться. Кстати, выведение холестерина, борьба с холестерином, с атеросклерозом, это тоже формула один. Потому что формула 1 обеспечивает удаление холестерина. Холестерин уходит из организма только с желчью. Печень работает хорошо, холестерин уходит эффективно. Печень работает плохо, холестерин стоит в кровеносных сосудах. А от нечего делать, откладывается там в виде атеросклероза. Если вы еще помните такой диагноз, как сахарный диабет 2 типа, пока вы не восстановите печень, у большинства людей страдает печень и не может управлять обменом углеводов. Потому что сахар, принятый во время еды, он всасывается в кровь, дальше вы можете либо интенсивно думать, решать там какие-то арифметические задачи, чтобы сахар снижал мозг, вы можете интенсивно двигаться, чтобы сахар снижали работающие мышцы, но вы можете ничего не делать, восстановите только свою печень, потому что 200 грамм гликогена складывается в здоровой печени. Если печень больна, гликогена образуется мало в печени, то не может сахар крови снизиться этим самым естественным и самым ненапряженным для вас путем.
Лечение сахарного диабета второго типа занимает всего 3-4 месяца. Это 80% людей выходит из этого диагноза, когда восстанавливается работа печени. Поэтому, если вам нужно конкретно лечить свой организм, обращайтесь, лечение по методу доктора Скачко поможет вам в этом.